Омский велотрек принимает одно из главных событий игрового сезона Всероссийской Федерации флорбола. 8 сильнейших мужских команд, среди которых и действующий чемпион Нижегородец, соперничают за Кубок России. Омск не впервые принимает этот турнир, а нашим флорбольным командам удавалось выиграть главный трофей состязаний в 2013-м. В Саратове в рамках Всероссийских спортивных игр по неолимпийским видам спорта победу одержала дюшорт номер 22. За Кубок страны на этот раз спортсмены боролись в течение 3 соревновательных дней. В заключительной, к радости омичей, в матчах за призовое место боролись две наших команды – «Сибирь» и «Юность». И первая в финальной встрече противостояла действующим чемпионам – «Омск» против Нижнего Новгорода. Наши прессингуют, фавориты страны отвечают молниеносными действиями в обороне, незамедлительно идут в атаку. Матч получился богатым на зрелищные комбинации. Команда «Нижегородец» – чемпион России, с ними всегда тяжело играть. Сколько лет уже, вот это основной костяк почти сборной России нашей. Они тактически и физически очень сильны, конечно, но у нас команда молодая, неопытная где-то еще. Мы будем работать над этим и будут победы у нас. Итог финальной встречи 3-5. Волжане увозят Кубок страны. В Омске остаются серебряные награды турнира. Получился ярким и матч за бронзу. Здесь омичам также было за кого поболеть. Наша вторая команда спорила за третью ступень пьедестала с ребятами из Санкт-Петербурга. 6-4, и на этот раз соревновательная арифметика в пользу хозяев. Соперничество мужских флорбольных команд продолжится. В апреле в Нижнем Новгороде пройдет тур чемпионата страны. В нем выступит омская команда «Сибирь». И кто знает, возможно, серебро наши ребята сменят на золото.